действительно наступил добрый день, который ждет с нетерпением, наверное, каждый из вас. Наверное, этот день ждут с нетерпением ваши болельщики в лице родителей, бабушек, сестер, старших и младших братьев. И этот день всегда с нетерпением ждем мы. Потому что сегодня, 1 сентября, мы вновь от вас подзаряжаемся энергией. Чувствуем себя вновь такими молодыми, которые могут что-то сделать хорошее. И будем это стараться. Я понимаю, что путь к знаниям на самом деле очень тяжел. На самом деле он требует многого, прежде всего желания и упорства. Я думаю, что и то качество у вас есть. И я с большой радостью встречу тот день, когда все те, кто сегодня пришел в МИИ, станут выпускниками. Вроде этого никогда не бывает, но давайте на это настраиваться и надеяться. С вами будут работать лучшие наши педагоги, профессора, доценты, старшие преподаватели, лаборанты. Они сегодня имеют только одну цель – научить вас всему тому, что знают сами и даже больше. Возьмите все, что они вам преподнесут, сделайте это своими знаниями и навыками. С праздником вас, дорогие ребята, в добрый путь в лучшем энергетическом вузе мира –